Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, и у меня к вам вопрос. Хотите себе Кобру или К-91, или объекта 452К? Ну тогда не знаю, попытайтесь рискнуть и поиграться немножко со своей удачей и судьбой. Хотя я лично вам этого не рекомендую. Дело в том, что появились вот такие вот контейнеры на танки 9 уровня. Ценник контейнера одного полторушка, и это действительно очень дорого. В отношении ценника в 3000 за 3 контейнера еще куда ни шло, вроде вроде бы по-божески, но все равно. А купиться очень сложно. Почему? Да потому что в данных контейнерах не предусмотрено вообще никакой голды. То есть единственное, чем вы можете окупиться или выйти в ноль, или пойти в плюс, это самими же танками. И здесь сразу возникает вопрос, а как выгодно? Выгодно, чтобы эти танки уже были в ангаре и получать компенсацию по 5000 голды за каждый, или наоборот, чтобы у вас этих танков не было? Я лично считаю, что, наверное, все-таки чтобы не было, потому что компенсация в 5000 это невозможность получить танк, который продается существенно дороже. Сейчас посмотрим одно видео, которое мне прислал Артем. Артем, спасибо тебе большое за присланный видосик. Артем открыл 40 контейнеров и потратил на это 42 500 голды. Что ему выпало, я не знаю. Смотреть будем вместе, ну и соответственно посчитаем. Но сначала посмотрим на шансы и на то, что может выпасть. Как я сказал, голды здесь не предусмотрено. Могут сыпать вам всякого рода сертификаты на свободу и бустеры, также есть иксы, но я думаю, это не сильно интересно, когда ты покупаешь каждый контейнер в районе 1000 или 1500 голды за каждый. В отношении шансов выпадения тачек, машин не так уж и много 9 уровня, и шанс выпадения 0,5%. Ну, я бы не сказал, что сильно жирно, хотя бы процент могли здесь нарисовать, чисто для красоты. Ну ладно, окей, проехали, плюс можете набрать себе всякого рода легендарных внешних видов. Но опять-таки возникает вопрос, а точно ли вам нужен легендарный внешний вид, если, допустим, самого танка в ангаре у вас еще нет. Короче говоря, очень много вопросов, ну а ответы, я думаю, мы найдем с вами в видео, которое Артем нам прислал. Ну что, ребят, давайте начинать смотреть. Сейчас запускаю у себя видосик. Видео, в принципе, не сильно долгое, поэтому я думаю, что проблемы оценить не составит. Поехали! Первый контейнер. С первого контейнера получает свободку и нифига себе, К-91 сразу с первого конта. Но давайте оценим его в 8000 золотом, потому что машина продавалась в составе жирного набора с легендарным внешним видом за 10000. В минус внешний вид, минус все, что там положили, я думаю, что можно смело его теперь оценивать в восьмерку в голом состоянии. А именно таким он выпадает. Но с первого конта, слушайте, сразу забрать себе девятку, по-моему, неплохо. По-моему, неплохо. Вот единственное, что было сразу куплено 30 контейнеров на 30 500. То есть, в любом случае, здесь необходимо хотя бы к нулю приблизиться. И пока, как вы видите, из контейнеров больше ничего не выпадает. Опять свободка. Опять иксы. Свободка, иксы. Но 10 контейнеров уже открыто, и только один танчик. Блин, тут по факту, должно выпасть для того, чтобы выйти в окупаемость, должно выпасть 2 девятки, ну и плюс какие-то внешние виды. Тогда ты хотя бы в ноль выходишь. Ну, правда, в зависимости от того, какой танк выпадает. TL7-120. Самая негодная, правда, девятка из всего предложенного в этих контах, но все-таки, окей. Я ее оценил бы в 7500. Того имеем танков на 15 500, если их просто покупать в магазине. Хотя TL-ку оценивают дороже, но она просто того не стоит. Осталось 14 контейнеров. На 15 500 он достал сейчас машин себе и потратил при этом Артем 30 500. Пока окупаемостью даже не пахнет. Но давай сыпани еще хотя бы одну машину, и тогда можно говорить, что на разницу Артем получил себе хотя бы внешних видов на тачке. Хотя тоже, кстати, как вы видите, не сильно-то и сыпет, блин. Но давай. Давай, родимая, на 8-то последних можешь дать хотя бы один танк. Но... Ну и где? В легендарный внешний вид. Хорошо. Великолепно просто. Просто супер. Кстати, вот в контейнерах здесь еще забыл сказать, если соберете 35
талисманов, то есть по факту откроете 35 контейнеров, гарантированно получаете талисман на какую-то конкретную девятку, ну точнее не талисман, сертификат, простите, на девяточку. И, как я понимаю, Артем покупал еще контейнеров только для того, чтобы сертификат получить. Но, блин, можно-то было взять меньше. Еще один TL720 выпадает. Компенсация 5000. 5000 компенса. Ну, маловато, блин. Маловато, реально. Артем, я тебя не понимаю, зачем ты покупал еще себе 10 контов, если можно было купить там, допустим, 6. И, в принципе, выйти на те же самые 35 контейнеров, чтобы получить сертификат. Ну, купил да купил, тебе виднее. Голда-то твоя, че я в чужой карман лезть буду. Сертификат на девятку. Что он тебе даст? Только не телечку. Только не тель, пожалуйста, не трепите душу. ВЗ-114. ВЗ-114 в десятку могу его оценить. Ну, просто потому что плюс-минус свежий танчик. 10 голды записал себе в плюс. Но... И что у нас здесь? Что остается? 4 контейнера. Еще один танк точно должен быть. Давай. Давай. Давай что-нибудь, чего не было. Чтобы не было повторений. Объекта дай хотя бы. А лучше КПЗ-70. Ну? Нет, блин. Я так сейчас надеялся, что как раз выпадет танчик. И что это? Последний контейнер, походу. Да, ребят, вот такое вот, короче говоря, открытие получилось. Давайте теперь будем подбивать калькуляцию. Что у нас выпало? У меня тельки нет, чтобы показать. Был К-91 и был ВЗ-114. Телька выпала два раза. Теперь в отношении денег что получилось? 42,5 тысячи минус то, что вернулось в виде 5 тысяч. Того получаем 37,5 косарей. За эти 37,5 тысяч получил танков, грубо говоря, на 25,5. Ну, просто потому что 10 я оцениваю ВЗ-ху. Оценил К-91 в 8, того получается 18 тысяч и 7,5 тысяч за TL-720, хотя не считаю машину годной. Разница получается 10 тысяч голды. 10 тысяч голды за всякого рода бустеры, свободку и подобную дребедень. Пишите свое мнение, ребят, я сейчас не осмелюсь сказать, что Артем вышел в окупаемость, а в плюс не ушел так точно. А вы своим мнением делитесь, пожалуйста, в комментариях. Побежал снимать следующее видео специально для вас. Думайте по поводу того, стоит ли вам открывать эти контейнеры на девятки. Ну а еще жду вас в гости на прямые трансляции и жду ваших просмотров в моих следующих видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.